Дубликат! Да что ж такое? Дубликат! Важно, слушай, я обрастаю кактусами, кажется. Ульяна! Это просто, это нечестно, это не... Всем привет! Вы на канале Крошки Спайка. Что? Подождите, что это такое? Почему тут на мне... Спайк. Привет, Ульяна. Привет. Что со мной такое? Ты тоже это видишь? Я гляжу, ты обновила гардероб. Да. Кажется, Спайк пошел в магазин и купил еще себя. Что, сам? Это самостоятельный молодой человек. Ну, вообще, да, мордашка одна и та же. Это, кажется, это реально Спайк. Боже мой. Слушай, я обрастаю кактусами, кажется. Кажется, скоро мои все уточки будут собственностью Спайка, и он тоже пойдет их тратить. Ого, ну звучит опасно и даже страшновато. Да, очень угрожающе. О боже, серьезно, это очень неприятный уровень. Нет, мы же никогда его не пройдем. Да, я с тобой согласна. Ой-ой-ой-ой, развалилась я. Слушай, ну я когда разваливаюсь, даже такая вот мордаха остается здоровская. Очень мне так понравилось. Вообще, честно говоря, вкус у Спайка, я бы сказала, отличный. Это хорошо. Да, тем более мне Лана говорила, что что-то Ева холодает, надо одеваться, вот, поэтому вот он свитер уже, это, кажется, только начало. Ну да, еще не хватает штанишек. Да, и ощущения такие странные, что Спайк не оставит это просто так, и пойдет еще раз в магазин и что-то еще купит. Да боже, Ульяна, пойдем, может, на другой сервер? Ну, давай. Почему нет? Потому что, да, мне кажется, что-то... этот уровень, он просто невозможный. Какой-то очень тяжелый. Пойдем. Подожди, что? Мы точно ушли на другой сервер? Посмотри, тут первый уровень такой же. Ну, вроде да. О, господи. И времени, кстати, осталось вроде бы такое же количество. О, ты развалилась, Ульяна. Да, чуть-чуть. Слушай, а что если это такая хитрость, что ты переходишь из Noob Tower в Pro, и у тебя остается, точнее, продолжается Noob Tower, и добавляется еще уровни? Ой, интересное предположение. Даже не обращала на это внимания. Так, ну у нас, к сожалению, осталась только минутка, и почему я выше всех? Это очень странно, слушай. Неужели никто не может пройти до этого момента башню? Ну, видимо, да, тут светяшки такие коварные. Убийцы. Убийцы, это точно, слушай. Я уже и забыла, что они убийцы. А я вот думаю, а может докупить время-то дойти Tower до конца, как считаешь? Ой, ну не знаю, а у тебя хватит времени, чтобы дойти до конца? 2 минуты все-таки? Или там больше дается? Думаю, да. Ну, давай. Да, 2 минуты. Ну, удачи тебе тогда. Спасибо. Надеюсь, никто там против не будет. И вряд ли, конечно, кто-то ускорит, потому что выше никого нет. Ну, да, логично. Я, кстати, знаешь, что подумала? А что, если мне попробовать купить бокс, и вдруг там выпадет что-нибудь еще зелененькое? Например, зелено-черный хвост. Ой, ну, попробуй, почему нет? Да. А сколько у тебя денежек? Так, у меня 1439. О, хорошо. Конечно, наверное, минутки мне не хватит. Ну, в принципе, можно попробовать. Да, ну, всякое может быть. Йоши вон за минуту проходил тавр. Да, обычный тавр за минуту я тоже проходила. Главное сейчас не торопиться и не упасть никуда. О, это точно, да. И вот как сейчас я головой ударилась, не ударяться. О, это очень долгий уровень. Нет, скорее всего, я не успею. Ну, слушай, потратила я 50 уточек, заработала 85. Возможно, я сейчас чуть даже больше заработаю, но не факт. Да, скорее всего, я просто не успеваю. Эх, ну ты постаралась. Ну, на самом деле, о, ты почти 111. О. Ой, я, кстати, этот уровень уже давно не видела. Ой, я тоже не видела и очень рада этому, потому что он мне не очень нравится. Знаешь, я как-то тут меняла светяшки, вот эти вот убийцы на этом уровне, и они были такими неоновыми, это было очень красиво. Я еще ехала, так и смотрела вокруг, это просто вот... Очень-очень симпатичный уровень. Они были такого же цвета, просто неоновые или какого-то другого? Они были другого цвета, я вроде меняла пыталась поменять на зеленый, но вроде у меня это не особо получилось, но было очень-очень красиво. А, понятно, ну круто. Ой, тут очень неприятный уровень с маленькими кубиками.
на который еле-еле запрыгнуть. О, это он такой зелененький, кажется, нет, да? Нет, нет, это такой бежевый. А, поняла. Слушай, ну я вроде даже почти прошла его. Ой, ну хорошо. О, супер. Кажется, это толстовка или свитер, не знаю, что это. Спайк себе прикупил, а возможно даже мне. Это очень удачливая покупка. Нет, нет, я развалилась, боже. О. Это нельзя просто говорить Тавру в лицо. Да-да-да. Так, Улена, у меня предложение. Пойдем обратно, наверное, в Нуб Тавру, чтобы и ты позарабатывала побольше, и, возможно, у меня получилось дойти каждый раз до конца, а то что-то вот... Да, ну, давай. Что-то тяжело. Так, ну что, Ульян, пойдем проходить и... О, боже. Опять сложный уровень первый. Ой, это просто издевательство какое-то. С исчезающими вот этими, да. Главное, чтобы здесь не было этих стенок. Тут нету стен, кстати. О, ну тогда нормально. Слушай, а знаешь, что я подумала? А, наверное, постараемся дойти до конца, и я попробую открыть бокс. О, ну хорошая идея, да. Или даже сразу три бокса. А вдруг просто мне повезет и выпадет что-нибудь супер редкое, красивое. Может, даже не радужное, а просто редкое. А у тебя много предметов легендарных? Ой, у меня... Слушай, а давай сейчас посмотрим. Это вот 2%, которые, да? Оранжевые, кажется. Ага, ну вот у меня сияние радуги и... И все. Это все. Ну да, у меня тоже вроде бы только один. Больше у меня ничего редкого нету. Ну, я просто надеюсь на то, что удача Спайка мне поможет выбить что-то супер классное. Ну посмотрим, посмотрим. Да. Тут, кстати, уровень, который с тобой здоровается. А, да. Я на самом деле не сразу поняла, что там написано hello. А ты с ним не здороваешься? Ну, сначала не здоровалась, а теперь вот здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, очень приятно. Ну, я иногда с ним не здороваюсь, потому что он меня иногда убивает. Ну, да, да. Зачем? Зачем с ним здороваться, если он такой невежливый? Вот, да, очень неприятный. Не буду больше с ним здороваться, все. О, боже, Ульян, что, серьезно? Я уже дошла, я даже не заметила этого. Ого, ну, знаешь, бывает такое, у меня тоже такое бывало, и, ну, это достаточно приятно, я так скажу. Очень здорово, слушай. Так, ну что, я думаю, что можно попробовать купить бокс, и что там, что там, что там, что там? Так, 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 так. Дубликат, серьезно? Что? Да боже, это самое обидное. Ну, вообще, он оранжево-черный след. В принципе, то же самое, что я хотела, только оранжевый заменить на зеленый. Вот, и будет здорово. О, Ульян, ты уже рядышком. Давай, у тебя все получится. Так, 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 так. Не надо было, не надо было это говорить. О, боже мой, прости. Да ничего, я думаю, я сейчас пройду. Вернее, нет, не пройду, не пройду. Ускорили в два раза. Так, мне надо поторопиться. Ну давай, если что, я куплю тебе время. Ну, я, в принципе, сама могу купить. А ты лучше зарабатывай на эти светяшки. Ой, на боксики. Так, ну, в принципе, это последний. Ульяна! Это просто, это нечестно. Это нечестно, я хочу тебе сказать. Ты так удачно упала в букву О, прям посередине. Ага, и я думала, что я сейчас развалюсь, и я бы очень-очень сильно расстроилась, а сейчас я пока не очень расстроена. А ты в курсе, что вот ту стенку можно просто перепрыгивать вперед? А какую именно? Вот, которую только что перепрыгнула. Я пробовала, но у меня не очень получалось, поэтому я решила не рисковать. Потому что обычно я постоянно отскакиваю назад, и получается не очень хорошо. Ульян, время купили! О, спасибо большое! Я даже не знаю, я вот хотела, но я, видимо, просто не успела. Что ж такое? Вот смотри, этот уровень, он вроде неприятный, но он все-таки тебя поддерживает, так сказать. Ну да, уже дважды чуть не убил, но не убил. Так, ну что, у меня попытка номер 3. Давай, давай. Я буду стараться, конечно, проходить осторожно, но я ничего не обещаю. Всего лишь пару прыжков. Фух. Ура! Ой, слушай, а хвост красивый. Да? Я гоняюсь за таким же, но только красно-черным. Ну и черно-красным. Мне не было такого, интересно. У меня есть бело-черный. И вот, вот такой вот красно-белая тропа, которая ну вот да, вроде у тебя есть. О, подожди. Да, вот смотри, есть фиолетово-оранжевый. А что, у тебя кажется, есть? Что? О,
вот это удача. А, подождите, что? Почему я тут развалилась сейчас? Ой, непонятно. Так, ну, я, в принципе, сейчас так, возьму свой хвост, вот черно-зеленая тропа, и пойдем проходить. О, Ульян! Да? Все уровни, кроме первого, голубых оттенков. Ой, слушай, да. Так сказать, голубой крови. Слушай, так это, наверное, какой-то супер-классный тавр. Ну да, королевский. Слушай, я даже немножко чувствую себя в море. Такой маленькой рыбкой. Или маленьким кактусом. Да, забавно. Ульян, Ульян, я упала. Нет. Вот это я оступилась просто. Так. О, это обидно. Ну, я все равно буду проходить дальше. Этот тавр нужно просто обязательно пройти. Да-да-да, я тоже, считаю так. А вдруг здесь какой-нибудь уровень секретки? Ты знаешь, я вот, кстати, сначала всегда думала, что секретки только белого цвета. А. Но когда я увидела секретки красного цвета, коричневого цвета, еще какого-то цвета вроде были, и на них просто нет названия, то я поняла, что секретки не только таких цветов бывают, серых или бежевых, таких вот странных. Так что все возможно, кстати. Кстати, ребят, напишите в комментарии, пожалуйста, если вы встречали тоже такие же однотонные товара. Это будет очень-очень интересно. Какие цвета были у вас? Я, например, вот очень бы хотела встретить чисто зеленый тавр. Ого! Конечно, все зеленые уровни не очень такие приятные. Ну, может, не все, конечно, но я знаю несколько зеленых очень неприятных. Например, вот тот со змеюкой и вот с маленькими такими квадратиками, тоже зеленый. Да-да-да. Иногда кажется просто, что вот эти вот зеленые уровни хотят тебя убить. Ну, возможно, возможно. Они, так сказать, покушаются на тебя, чтобы покусать. Да, я еще знаю один уровень, он постоянно меня убивает, там светяшка есть, и, в общем, не очень мне нравится. Ладно бы просто светяшка, но она еще и двигается. А, это случайно не тот, где светяшка эта треугольная, и вот это вот вообще все выглядит очень треугольным. Ой, я еще и этот вспомнила. Не, я вспомнила про другой, но этот тоже неприятный. Слушай, а у нас, кажется, повтор уровней. Да-да-да. Слушайте, ну посмотрите вниз, это очень-очень красиво выглядит. Все такое небесно-голубое, вот прям цвета морской волны или даже какого-то, не знаю, какого-то красивого цвета. Ну, я дошла. И мне, кстати, не хватает ровно 50 уточек, чтобы купить еще одну коробочку, потому что у меня 1450, а мне нужно 1500. О, обидно. Ну, в принципе, можно дозаработать. Да, это точно. Я думаю, мы еще обязательно заработаем. А тут, кстати, очень красивые фиолетовые ковры. Слушай, Ева, а разве эти ковры... Разве эти ковры не всегда фиолетовые? Ты знаешь, вообще я видела зеленые, бирюзовые, красные, оранжевые. О. Может, еще каких-то цветов. Прикольно. Да, они не всегда фиолетовые. И, кстати, они почти пытались подобрать в тон к цвету башни. Так, ну что, я думаю, я открою еще, наверное, один бокс. И посмотрим, что же там. Так, давай, я болею за зелененький. Серьезно? Еще один дубликат? Да как так, ребята? Нет. Ну, он, кстати, был зелененьким. Ладно, в честь этого я куплю еще один бокс. Так, ну, боже. По законам башни. Еще один дубликат. Ну, нет. Как так? Какой кошмар, слушайте. Так, ну, у меня осталось 850, я хочу хоть какой-то новый бокс, пожалуйста. Ну, башня, ну, не подведи. Дубликат! Да что ж такое? Дубликат! Башня предала свои традиции. То, как это? Ужас. Я просто, слушайте, у меня не так много хвостиков. Ну ладно, много, да, но чтобы постоянно попадались дубликаты. Одни дубликаты. Так, ну ладно, у меня последняя попытка, потому что у меня 700. И... Ну-ка. Так. Боже, опять дубликат. Что такое? Почему? Это просто бесконечно может продолжаться. Это какой-то кошмар. Слушай, у меня осталось 400 уточек. Я уже, я не знаю, просто... в ярости какой-то. Когда, вот с какого момента вот так вот начинается, что ты просто начинаешь открывать, а там одни дубликаты. Ну да, это неприятно. Очень неприятно. Так, ну что, ой, не очень приятный уровень, но ничего страшного. Главное тут не прыгать. Я помню, как это точно. А, мы, кажется, снимали Йоши, записывали видео, где он рассказывал, как проходить тавр, и он такой говорит: ни в коем случае здесь не прыгайте. И я как, прыгнула? Не знаю, что я делала. Два раза ускорили. Боже, нет. Нет. Я развалилась.
Зачем? Ну зачем? Ну, ребят, ну расскажите секрет, зачем вы ускоряете в два раза? Да, я думаю, что этот секрет мы никогда не поймем. Да. Ну и не узнаем. Ой, слушай, это просто какое-то невезение. Я прыгаю, а оно не прыгается. Ой, да, я тоже развалилась там. Да, наверное, просто сегодня не наш день. Мне единственное, вот понравилось только вот свитер Спайка, так что... Ну да. Больше ничего, к сожалению. И все дубликаты мне попались, это просто... Ой, все, Ульян, я думаю, надо на этом заканчивать. Тавр просто подсказывает, что все, Ева, ты больше не пройдешь. Знаешь, на самом деле, мне кажется, Тавр не подсказывает, он прям намекает на это. Вот мне тоже намекает, вот прям вот кричит об этом. Это точно. Так что я думаю, на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока.